Всем привет с Алтая, друзья. Вот, остаток пола вскрыт. Я сейчас пылесосю. Ой. Вот такой у нас пол. Такой пылесос. Накрыли тряпкой, потому что фильтр засорился и уже маленько пропускает из себя тоже. Ну, в общем, вот так. Вот муж сегодня положил вот этот лист. Вот в таком состоянии у нас все. На улице пока не работаем, потому что ночные заморозки большие, где-то минус 5. Вот только после обеда пойдем заниматься уже розами. Вот. Сейчас он вытряхнет мешок, потому что уже засорился. Вот. И я продолжу. Вот посмотрите, какой слой пыли. Вот видите, да? Могу даже что-нибудь написать. Вот. Ну, после меня я еще тряпочкой потом пройдусь, освежу, так сказать. Вот, и заодно продезинфицируем всякие вот эти пыльные клещи и все такое. Ну, все, ему осталось вот это застелить вот этими листами. И все, и потом плинтуса приколотить. И уже линолеум расстелим, и уже более-менее уже все будет. Уже мебель назад, уже диван поставим назад. А то он там спит на диване, непонятно как, в коридоре. Вот, когда работает. Он спит отдельно, потому что он встает очень-очень рано. Вот картину что-то он сюда повесил. Это мы любим пазлы собирать. Картина из пазлов в рамочке. Это маяк. Ну, вот такие у нас обои. Мне нравятся. Очень хорошие, такие светленькие. Чистенькая комнатка такая получается. Все хорошо. А? Ну, это да, они закончили. Так. Ну, я пока никому не говорю ничего. Так, сейчас я выключу, покажу вам люстру. А то она, когда светит, ее не видно. На плафонах там рисуночек такой есть. Надеюсь, вам видно. Вот так как-то сделаю. Вот. Такие интересные штучки. Вот потолочек. Сегодня на обед буду готовить я. Вот у меня осталась рыбка такая. Это кита. Она небольшая, не сильно жирная. Вот, и разрезала на кусочки вдоль хребта сначала, а потом на кусочки. Она у меня идет вот с кожицей. Вот, значит, я взяла форму, смазала растительным маслом. И сейчас я на нижний слой кладу морковку. Морковку натерла на крупной терочке. Приблизительно половину порции. Здесь у меня две морковки я сделала. И вот половину порции я выкладываю нижним слоем. Очень вкусная получается рыбка. Так, ну вот я разложила рыбку. Сейчас я ее слегка присолю. Прям самую малость. Далее я вот такой приправой, итальянские травы. Мне нравится, когда рыбка такая с привкусом пряных трав. Вы используйте любые, какие вам нравятся. Но рыба очень нежная получается и вкусная. Попробуйте. Все, и дальше я буду ее... Вот сейчас я смажу вот таким сливочно-чесночным соусом. Прям выдавлю, уголочек срежу у пачки и сеточку сделаю, даже побольше, чем сеточку. И вот теперь сейчас я посыплю сыром в перемешку. Сначала крупным. Потом мелкий. И все закрываю опять морковочкой. Итак, я отправляю в разогретую духовку до 200 градусов
на 40-45 минут посмотрите по своей духовке. Если у вас она будет прихватываться, подгорать морковка, сверху можно накрыть или пергаментом, или фольгой. Плотно ее запечатывать, а просто накрыть, чтобы верхний слой морковки не подгорел. Ну, следите. Можно было бы еще добавить лук туда внутрь, но так как лук я не люблю, я его сделаю отдельно, буду подавать замаринованным в уксусе в 6% с добавлением соли, сахара и перчика немножко. Нам так больше нравится. Ну все, рыбка приготовила, сейчас я ее буду пробовать. И вам покажу. Рыбка получается по этому рецепту очень сочная. Так, она не хочет слазить. Сейчас я вам покажу. За счет того, что там она промазана майонезом. Так, где у меня вилочка? Сейчас я вам покажу. Вот видите, все хорошо отделяется. Просто чудесно. Вот там сырочек, пленочку свою образовал. Надеюсь, вам все видно. Ну, правда, нежная, нежная. Вот видите, вот здесь сырочек есть. Вот такой он нежный. Он не стал, знаете, как резина. Ничего от того, что столько времени провел в духовке. Очень вкусная рыбка получается. Готовьте. Я готовила не раз. Поэтому я точно уверена, что вам понравится. Если было интересное видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем оставаться здоровыми и чтобы все у вас было хорошо и были только хорошие новости. Всем пока и до новых встреч!